Вернуться до дому – это главная новогодняя мара детей, которые волей лёсу опынулись у Гомельским городским социально-педагогическим центре. Сегодня у рамках доброчинной акции «Наши дети» до их с подарунками и веншаваниями завитали помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко и наместник старшини облаканкама Владимир Привалов. Наши корреспонденты с подробностями. До початку новогоднего ранішника личаные хвилины. Большинство детей собрались у актовой зале. Для их клоунесса Зефирка организовала гульни. И у каждой корыстный сенс. Например, напомин о правилах дорожного руху. Потом для выхованца выступили юные артисты из Центра дитячей творчести. Затем дети гушно кличут Деда Мороза. И он спешается порадовать малых ваджением веселого карагоду и солодкими подарунками. До речи, и гости пришли не с пустыми руками. Юрий Шулейко презентует Центру сертификат на 5000 для умацавання матеріально-технічної бази. У Владимир Привалов прикладно на таку ж суму. Гроші плануються видаткувати на спортивне обсталювання. Вони, в першу чергу, мабуть, були щасливі, щоб були вони здорові, щоб вони мали ті ігрушки, які вони хотіли, або ті мислі, які, як стати отличником, як потім стати взрослими, хорошою мамою, папою, щоб вони у них просто збулися. После ранішника гуторим с детьми. Их жадание не только отримать нечто материальное, марать вернуться у своей семьи, до родных, сябров, одноклассников. А что ты загадал на Новый год? Желание есть у тебя? Да, чтобы меня забрали, а второе желание – колонку. Музыкальную колонку? Да. Я загадала то, чтобы мой брат побыстрее начал меня понимать, так как обычно он вредный, поэтому у нас есть разногласия с ним. И вернуться домой, наверное? Да. Гомельский городский социально-педагогичный центр различен на 30 детей. Зараз тут живут хлопчики и девчонки во возрасте от 3 до 15 годов. Максимальный термин знаходжения во установе – полгода. Центр открыт 9 годов тому. Координует деятельность установ адукации по выявлению и улику детей, которые находятся в социально-небеспечном становище, их реабилитации и оказании психологической допомоги. Марина Джалая, Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».